Мужской волейбол в нашем муниципалитете – это спорт, традиционно пользующийся популярностью. Славянские спортсмены не только в городе, но и в сельских поселениях имеют хорошие условия для тренировок. В этом убедилась наша съемочная группа, побывавшая на соревнованиях в спортивном комплексе «Олимп» в станице Анастасиевской. Андрей Вишневский с подробностями. Волейболисты из городского и 9 сельских поселений района собрались в спортивном комплексе «Олимп» имени Василия Жевтяка, станица Анастасиевской, на соревнования среди мужских команд в зачет спартакиады физкультурно-спортивных клубов по месту жительства муниципалитета под девизом «Живым и павшим посвящается». Сегодня мы открываем нашу спартакиаду, и первый вид у нас волейбол среди мужских команд, а также в спортивном зале «Триумф» проходит волейбол среди женских команд. Сегодня присутствуют здесь команды из 10 поселений. Как база позволяет проводить такие масштабные у нас соревнования. Команды приезжают, всем нравится, участвуют. Волейбол – игра динамичная, требующая хорошей физической подготовки, технического мастерства, сыгранности в команде. И самое главное, она по душе спортсменам. Игра очень быстро, надо понять, кому дать передачу, где принять, где упасть. Очень быстро, активная игра. Я думаю, волейбол стал очень популярным в нашем славянском районе, потому что я занимаюсь очень давно и замечаю, с каждым годом волейболистов все больше и больше. И детей, и девочки, и мальчики. Так что мой ребенок, даже моя дочь, через год пойдет сама на секцию волейбола. Занимаемся два раза в неделю. Старались играть вместе, потому что это все играем в одной команде. Команды сильные, но бороться будем до конца. Так что вот так. Пожелаю всем удачи, здоровья и, самое главное, без травм. Участники соревнований из тех, кто не представляет своей жизни без спорта. Для них спорт – это здоровье, общение, образ жизни. В нем они находят то, чего недостает в трудовых буднях. И спортивная борьба идет честная и одновременно бескомпромиссная. Здесь у нас все построено на том, чтобы любить спорт и, в частности, волейбол. Ну, ребята единомышленники, сплоченные. Мы любим этот вид спорта и занимаемся им. Уже достались муниципальных соревнований, где мы представляем прибрежное сельское поселение. Ну, надеюсь, на выигрыш. Поэтому мы готовились к этим соревнованиям. Мы по-другому не можем быть, кроме как настроены на победу и настроены на серьезную борьбу. Надежды капитана команды, подкрепленные яркой и результативной игрой, дали свой результат. Команда прибрежного сельского поселения победила. На втором месте волейболисты протокского сельского поселения. И замыкают тройку призеров коржевские спортсмены. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События».